Здравствуйте, меня зовут Лена. В этом видео хочу ответить на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях под видео на YouTube. Итак, первый вопрос задала Марина. Какую лампу для гель-лака лучше выбрать? Марина, если вам нужна лампа исключительно для полимеризации гель-лака, достаточно лампа мощностью 18, 24 или 36 Вт. Если же вы в будущем планируете полимеризовать в ней гель, тогда лучше сразу купить лампу мощностью 48 Вт. Следующий вопрос задала Лера. Какую вы используете базу и топ? Базы и топ у меня разных фирм. Есть более густые базы. Камильфо, Коди, Окси, Опиум. Есть более жидкие. Это ТНЛ, Рио Профи, ВОК и так далее. Топы у меня тоже очень разные фирмы, матовые и с липким, и без липкого слоя. Я думаю, эта тема заслуживает отдельного видео. Следующий вопрос задала Татьяна. Надо ли с базы снимать липкий слой? Я обычно снимаю с базы липкий слой для того, чтобы гель-лак не растекался. Даже если маникюр выполнен безупречно, все равно может быть затек под кутикулу, если гель-лак жидкий. Поэтому лучше снимать с базы липкий слой. Следующий вопрос задала Елена. Подскажите цвет и фирму вашего любимого синего гель-лака. Мой любимый синий гель-лак – это Vogue Nails популярный синий. Я оставляла уже ссылочки под видео на этот гель-лак. Он очень крутой, ложится идеально в один слой, есть очень похожий оттенок, но все равно не такой. Это PNB 161. Но если вы не сможете найти Vogue популярный синий в Украине, например, можно купить PNB 161. Следующий вопрос задала Алена. Подскажите, что делать? Всегда на одном и том же ногте либо отслойка с уголка, либо скол. На остальных ногтях все держится замечательно. Пробовала базу менять и укреплять, но не помогает. Алена, скорее всего, вы делаете какие-то механические движения, которые раньше не делали. Это, скорее всего, движения какие-то по дому. Вы что-то делаете, и этот палец у вас попадает под раздачу, так сказать. Это может быть все, что угодно. Возможно, это просто даже детская бутылочка неудобная, и вы ее вычищаете, например, указательным пальцем. Что можно сделать в таком случае? Попробовать сделать укрепление с акриловой пудрой на базу и сделать выравнивание. Девчонки, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить колокольчик возле кнопки подписаться, чтобы не пропустить новое видео.